Ульяновский школьник стал победителем Всероссийской телевизионной олимпиады. Победа в 30-м игровом сезоне 21-22 учебного года на счету воспитанника 15-й ульяновской школы Кирилла Левина. Вопросы были разные. Для четвертьфинала была одна тема, там было даже, так сказать, три темы. Это 1942 год в мире, Чарльз Диккенс и его время, и 1812 год, литература и история. Для полуфинала у нас была одна тема, довольно обширная, это великие советские и российские ученые. Ну а в финале была тема «Ее величество Волга. География, история и культура». Подготовке к региональному отборочному этапу в Ульяновске, а затем финалу в Москве помогал учитель истории. Много материала школьник изучал самостоятельно. И уже с 6 класса начал участвовать в наших школьных, городских олимпиадах, где успешно выступал. Ну и самое-то главное, у него копились знания на основе причинно-следственных связей, а значит, он четко для себя усвоил, что такое историзм. И поэтому каждый раз, взрослея, и знания ее становились все глубже и глубже. Главным итогом победы в телевизионной олимпиаде стало зачисление без сдачи экзаменов МГИМО. Кириллу лишь осталось выбрать факультет и сдать ЕГЭ по истории с результатом не ниже 70 баллов.